Привет, друзья! Вот наша землячка, наша подружка Елена переехала жить в Гастагаевскую. Попозже обязательно возьмем у нее интервью. Пока хочет поделиться с вами впечатлениями. Были они вчера в станице Натухаевской, да? Как там называется парк? Расскажи. Додо-парк. Додо-парк. Ну, расскажи, что там хорошего. Ну, замечательный зоопарк. Большая территория. Ой, верблюды. Маленький верблюжонок. Ну, слонов нет, но всякая-всякая живность. Не только местная, да? Да, там очень красивые птицы. Господи, фазаны и ушастые, и хохлатые, и какие-то синебрюхи. Ну, вообще чудесные. То есть Куча, 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 животные и куча. птицы. Да, там очень много вольер. Получается, отдельно обезьяны, отдельно лемуры, прям большая-большая для них территория. Для птиц у них получается вольер и такой типа зимнего содержания. Домики. Да, и туда, и сюда ходят попугаи чудесные, всякие разные, и расцветки, и разговорчивые, и кричат. Водоем очень большой, вот с такими рыбинами. Вот Ну, это это да. как наши мальчики сразу туда ринулись смотреть Ловить рыбу. нельзя, только смотреть Не их. спрашивали, ну, прямо вот с мостика смотришь, и видно, там стаями просто ходят. Ну вот, То есть павлины чудесные. с детьми, со Да, внуками красота, гулять, отдыхать. ну, то есть там и кафе есть, там можно и с собой взять, там такие места, можно посидеть, отдохнуть и А посмотреть. мангалов нет, чтобы вот приехать с Мангалов не шашлыком? видела, но то, что это такая территория, она и зеленая, и там водоем, там такая речка, видимо, и каскады, такая проточная вода, и там розовый пеликан был. Да, и даже кенгуру. Кенгуру, правда, не вышли нам показаться, Не вышли? но издалека видели. Ну и то есть что-то вы поснимали, да? Снимали нашу Поснимали, подружку. и мы сейчас и поставим, и покажем, чего вы там поснимали. Ну, молодец, спасибо. Замечательно. Итак. Ой, помочил сухарик. Это да! Вот это красота! Вот какой хвост у павлина! Там лебеди! Ой! Вот он ходит попой к нам. Ну, цель-то ему не нам понравится. Ага, вот сложил, красавец. О, вообще. Вот природа же снабдила. Это да. Хвостиком. Вылезла. Такая красивая. Как же ей жарко-то, черненькой. Да? Вот красотка. Красотка. Вот так. Вот так.
чудесный уголок. Система водопадов. Проточная водичка. А народу-то сколько приехало в зоопарк. Вот, смотрите, сколько